А давай поженимся? В смысле? Что ты несешь? Я ловлю момент, живу настоящим, и сейчас я хочу жениться. Ты серьезно? Нам надо расстаться. Что? Да ну, бред какой-то. Забей, забудь, я не в себе. Это Адам. Это Элисон, его бывшая. Я выхожу замуж. Я не хочу, чтобы ты меня ненавидел. С чего мне тебя ненавидеть? Так приезжай на свадьбу. Да, я с удовольствием. Правда? Ага. Все просто. Сиди дома, никакой свадьбы. Вы были не разлей вода, ты забыл? Да ладно, это было 100 лет назад, 1.5 года. А я вот не помню уже. Режиссер Райан Иголд. Сегодня у нас ужин с друзьями, может зайдешь? Адам и Элисон встречались. И давно? Буквально перед Аароном. Привет, Аарон. Так клево, что ты приехал. Большой души человек. Мы оба большие. Вообще-то у меня крохотный член. Реально? Нет, шутка. Набрал? Ага. Буквально великолепно. Адам! Надо же, какое совпадение! Я здесь работаю уже 7 лет. Я решила, если не приглашу тебя, больше мы не увидимся. Эй, брось, я приду. Слышишь? Приду на свадьбу. Хорошо. Ты же сказал, что играешь. Да, отвык просто. Ты что творишь? Клёвый чувак оказался. Пардон. Джастин Лонг, Коби Смолдерс, Райан Хэнсон, Джон Чо, Кристен Шау. Моя девушка замуж выходит. Твоя девушка? Бывшая? Хреново, брат. Говорите сейчас или храните молчание вечно. Буквально перед Аароном. Ты обкурился? Нет. А хочешь? Также в ролях Дана Дилейни, Питер Галлахер и Луис Гусман.